встречаемся. Хорошо. И находим. И найдем. И побеждаем. В истории Саратовского государственного университета с самого его основания было много выдающихся людей. Для возведения первых корпусов в качестве архитектора был привлечен Карл Людвигович Мюфке. За несколько лет ему удалось создать уникальный целостный ансамбль. Корпуса, спроектированные Карлом Людвиговичем, и в наше время принимает студентов разных факультетов. Последний звонок выпускной остались за спиной, и наступила пора подавать документы в высшие учебные заведения. Прием документов в Саратовском государственном университете начался с 20 июня. Наиболее востребованными программами в этом году являются экономика и сервис для бакалавров, таможенное дело для специалистов, а для тех, кто поступает в магистратуру, биология, механика и математическое моделирование. При подаче заявления о приеме в университет, поступающий на бакалавриат или в специалитет, вправе по своему усмотрению представить оригинал или ксерокопию документа, подтверждающего его личность, гражданство, оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании, оригинал или ксерокопию свидетельства о результатах ЕГЭ. В 2011 году практически на всех факультетах Саратовского государственного университета впервые открывается магистратура. Магистерские программы ведут исключительно профессора и доктора наук. Нашим студентам-магистрантам мы предлагаем два принципиально разных типа магистратуры. Это магистратура научного направления, когда мы помогаем нашим студентам-магистрантам подготовиться к поступлению в аспирантуру, и так называемая практикоориентированная магистратура. Работа в студенческих стройотрядах стала традицией для студентов Саратовского государственного университета. В этом году бригады были отправлены в Астрахань, Екатеринбург, Воркуту. Кроме того, студенческие стройотряды работают на двух площадках города Саратова. Стройотряд дает участие, то есть в движении правкома в стройотряде, дает возможность, в принципе, без особого труда найти себе, трудоустроиться на июль, на август, потому что мы приходим туда практически как в кадровое агентство. О других новостях Саратовского государственного университета вы сможете узнать на сайте sgu.ru. То, что СГУ получил статус Национального исследовательского университета, положительно влияет на его развитие. Один из плюсов НИУ – это обеспечение университета новейшей технологической базой. Второй год в рамках программы научного исследовательского университета Ботанический сад СГУ получает возможность отправлять сотрудников на стажировки в различные научные учреждения мира. Ботанический сад Саратовского государственного университета занимает территорию площадью более 19 гектаров. В коллекционном фонде сада собраны представители растений всех регионов Земли. Одним из последних приобретений НИУ для ботанического сада является лаборатория микроклонального оборудования. Лаборатория микроклонального размножения имеет две цели. Первая из них – это разработка технологий массового получения посадочного материала, декоративных культур с заданными параметрами качества. И вторая – это экологическая, по сути своей цель. Это, собственно, воспроизводство растений редких исчезающих видов, внесенных в Красную книгу Саратовской области. Как правильно, 20-й квартал или 20-й квартал? 20-й квартал. Здравствуйте, девушки, можно задать вам вопрос? Да. В году 4 квартала или 4 квартала? Наверное, квартал. Как правильно сказать, 20-й квартал или 20-й квартал? 20-й квартал. Я бы сказал квартал. Квартал, но вообще как у нас говорят все квартал. Да, 6-й квартал, 20-й квартал. Вообще-то квартал, да. Правильно, квартал, но все говорят квартал. Здравствуйте, а вы знаете, как правильно сказать, 6-й квартал или 6-й квартал? 6-й квартал. Разобраться в сложностях русского языка самостоятельно не так-то просто. Чтобы получить ответ на наш вопрос, мы обратимся к специалисту. Какое произношение правильное? Квартал или квартал? Надо сказать, что слово это заимствованное. Пришло оно к нам из немецкого языка, а восходит к латинскому, где кварта означает четвертую часть или четверть. Распространено ошибочное мнение, что в многозначном слове квартал, в одном из его значений, ударение падает на первый слог. На самом деле это неправильно. И в значении четвертая часть года – 3 месяца, и в значении часть города, ограниченная 4 пересекающимися улицами, площадями. А иногда мы имеем в виду просто часть улицы между 2 перекрестками. Ударение нужно ставить на второй слог – квартал.
Интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону 210-623. Мы будем ждать ваших звонков. На сегодня наша программа подошла к концу. Смотрите нас на следующей неделе. Саратовский государственный университет. События, новости, комментарии в программе «И дольше века».